У этой битвы было много интересных подоплек. Болельщики прозвали матч противостоянием двух рэперов – Басты и Эндшпиля. Фанаты постарше помнят, как команды бились за право выхода в первый дивизион в 2006 году. А для Ростислава Солдатенко СКА не просто бывший клуб. В его составе голкипер забил гол, причем с игры, выбив мяч с рук от своих ворот. Клуб, которым теперь владеет Баста, ныне мало похож на грозный армейский клуб прошлого, но находится в верхней части таблицы. Но Аланья Владикавказ сразу показала, кто даже в гостях хозяин. Стопроцентный момент открыть счет имел Крамаренко, но его удар угодил в перекладину. Штрафные в исполнении Бута Магомедова всегда несут опасность, но вратарь ее отвел. Ответили и ростовчане на высоте Солдатенко. Красно-желтые, которые были желто-черными, бились, но все ближе маячила перспектива уехать лишь с одним очком. Тем более хозяева прочно обосновались на нашей половине. Но не зря Спартак Артурович Гогниев рождает джокеров. На 76-й минуте неудачный вынос мяча защитника превратил в эффектный гол Алан Хабалов. Не успели хозяева отойти от пропущенного гола, как получили еще один. На этот раз в передаче Магомедова забил главный джокер Батрас Гурциев. Мог забить и вышедший на замену Машуков. Магомедов не использовал выход один на один. Зато Бута отдал две голевые. Вторую завершил вот таким ударом шведой Алан Сараев. Все авторы забитых мячей вышли на замену. Это талант тренера и 10-я победа подряд в чемпионате. Дэвид Мамедов, 15-й регион.